Россиянин Денис Лебедев отправил Роя Джонса в нокаут. Все произошло за несколько секунд до конца поединка под занавес 10-го раунда. Лебедев нанес мощнейший удар по голове Джонса, после чего провел еще серию ударов и свалил противника с ног. Американец пришел в чувство лишь спустя минуту. Преимущество россиянина было заметно на протяжении всей дуэли. Лебедев действовал агрессивно и постоянно навязывал противнику бой. В 9-м раунде Денис пропустил мощный удар в голову, но смог устоять и продолжить борьбу, доведя ее до победного конца. У вас победитель!